Хо-хо-хо! Правильно я сделал? Как я похож на этого самого, на Деда Мороза? Если я скажу нет. Хо-хо-хо! Приветствуем вас, дорогие подписчики! С вами новый челлендж! С вами Дашенька Снегурочка Наварская и Сергей... Дяденька Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Сегодня у нас новогодний челлендж, сегодня у нас куча еды, новогодний стол, и сейчас, как обычно, лучший контент на Ютубе, мы будем это все есть. Так, ну в этом костюмчике, конечно, мы не будем есть, это жарковато. Но вот в таком виде есть уже намного проще и вкуснее. И знаете, самое, что на новогоднем столе меня, когда я был маленьким, раздражало, это то, что нельзя есть, пока не откроешь шампанское. Мы не пропагандируем алкоголь, поэтому у нас шампанское. Детское. Детское для детишек. И, друзья, с Новым годом! С наступающим! Типа улить. Хотя было видно, что это без нас сделали. Ура! Ура! Смотрите, оно даже похоже, как шампанское. Да, красивое. Погнали! Погнали! Друзья, на нашем столе представлены рулетики с ветчиной, сыром, бутерброды с икрой красной. Какой-то сыр у нас, это вкусненькие круассанчики, профитроли, салат крабовый, сельдь под шубой, оливье, картошечка, мясо, как не может быть, под самый вечер уже, когда уже не хочешь есть, приносит еще горяченько. Мяско. И как же без мандаринов и фруктов? Сегодня мы все это будем есть. И, конечно, протеиновый коктейль чипсы. Маленькая птичка, с чего ты хочешь начать? Оливье. Оливье. Иди сюда, оливье. На самом деле, ребятки, мы собрали самые такие стандартные салаты, которые есть на каждом столе. Вот, мы думали по поводу рыбного салата. Честно говоря, нам обоим он не очень нравится. Вот, поэтому мы сошлись, что рыбного здесь не будет. Вот. Ну, конечно, понятно, что лучше всех готовят наши мамы. Так что, если вы нас смотрите, отправьте нам хотя бы по баночке вашего салата. О, да. Особенно он вкусный на следующий день. Ну что, поехали. И это челлендж, ребятки. Это новый челлендж. Еда, еда. Нам надо победить еду. В челлендже все просто. Съел еду, выиграл. Не съел всю еду, еда выиграла тебя. Скажите, есть ли кто-нибудь среди вас, подписчики, кому нравится, чтобы бутербродик с икрой полежал всю ночь в холодильнике, обветрился, чтобы икорка такая стала уже сухая, немножко тянущая на зубах, такая, знаете, лить-жить, и масочка такая обветренная, и хлебушек уже такой не мягенький, а жесткий. Кому нравится, пишите в комментариях. Да, напишите, чего не хватает на нашем новогоднем столе, на ваш взгляд. Крабовой не хватает соли тут. Крабов не хватает соли? Угу. Не может быть. Может, может. Как же так тогда можно его есть? Оба. Крабовый салат, в нем должен быть краб, а в нем палочки. Палочки из чего делать? Крабовые. Из рыбы. Из рыбы. На самом деле, это очень красивая такая шубка вот эта. Она действительно такая нежно-голубая. Мне нравится, что она не выглядит какой-то дешевской, знаешь. Очень крутые костюмы. Очень красивые, да. Их предоставил нам дизайнер Настя Никулина, предоставил нам вот эти костюмы. Очень крутые костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Это ручная работа. И вы можете внизу, и ссылочки, да. Там все у нас есть. То есть там у них, кстати, помимо костюмов таких вот Деда Мороза и Снегурочки, там у них еще какие-то наряды есть. И вообще я хотела сказать, ну, одна большое спасибо Насте Никулина, потому что она действительно отозвалась. Да, мы тут в Инстаграме просили, у кого есть ребятки, костюмчики, давайте, давайте. И вот ребята отозвались. Ну, также там можно заказать и платье, и что-нибудь тематичное, и шить, может быть, что-то в аренду взять. Огромный выбор, так что ссылочка в описании. Спасибо вам, друзья, что нас поддержали. Спасибо. И если еще кто-то нас смотрит с разными тематическими костюмами, к примеру, какие? Китайские. Украинские. Африканские какие-нибудь, чтобы мы пробовали там разную еду, делали челлендж. Да, это было бы классно. Мы с удовольствием вас порекламируем, да? Да? Да. Пишите нам. Пишите нам. Чтобы было более весело, ярко и красиво. Да, моя каплюшка? Тем более, вообще-то мы модели вообще на самом деле себе так те еще. Прям, да. Мы еще классные. Те еще модели. Да. Бесит ли вас, когда в вашей тарелке перемешиваются салаты?
Вот, например, оливье и крабовый. Вот я сижу, я отделяю эту кукурузу. Меня вообще не бьет. Мне кажется, мне даже нравится. Да, у Сергея Викторовича тут просто какая-то каша из винегрета. Это вот уже вообще... Напишите, ребят. Винегрета нет у меня. У меня сельдь под шубой. Я не могу сказать, что мне это бесит прям. Но мне прям не нравится, когда они начинают смешиваться. Потому что это кукурузный, а это оливье. Они не должны смешиваться. Не должны. Они даже смешиваются только в желудке. Ты, маленькая птичка, у меня молодец. Ты не дуря. На шампусик-то не нарегай. И он еще детвору развлекает с подарками. Не переживай, маленькая птичка. Картошка плечи не отдает, реально. Невкусная? Ну, может, это земля плохо отмылась? В мундире вообще очень опасно что-то есть. О, надо обсудить, что у нас произошло, маленькая птичка, из новостей. Из новостей. Из новостей. Шуба кончается. Что кончается? Шуба. Шуба. Из новостей в мире, маленькая птичка, а не в нашем сегодняшнем челлендже. Давай сюда шубу. Маленькая птичка, ты видела новости? Какие? Не знаю. Какие-нибудь в... Видела последний раз. Что произошло? Кадыров говорит. Путин красавчик. Путин красавчик? А, у него спрашивают. Типа, если, ну бы, да. Если бы он был интервью у Дудя. Я думаю, если бы он был интервью у Дудя... То Дудя больше не было бы. То Дудя бы, скорее всего, больше не было. Либо ему пришлось бы уехать куда-нибудь. Не знаю, мне импонирует Кадыров вот именно с чистым юмором такой. Его, ну, конечно, ну, боязно, да? Ну, что мне его бояться? Господи, он далеко. Вот, и я ничего не сделал такого, знаешь. Чтобы убояться. Мне очень нравится, когда у мужчин есть чувство юмора. Вот такое прям чернючее. Такое вот, как вот, как дядя Сережа умеет. Ну вот, поэтому, что Путин, что Кадыров, мне они нравятся. А что там у них дальше, там мне вообще не важно. У Путина есть чувство юмора? Да. Да, не очень оно у него чувство юмора. А мне нравится. А у кого? У них кого чувство юмора есть? У этого. Есть или нет? У Лукашенко. Есть чувство юмора? Ну да. Когда... Я не знаю, Лукашенко, знаешь, что он... Когда он шо, ты эту бульбу ешь на ночь с мясом. Ну ешь ты с рыбой. Мне кажется, это не юмор, мне кажется, это отсутствие... Отсутствие юмора. Ладно, давай не будем про политику вообще. Ну да. Это нас закрают, а не друзья. Политика не наша. Не наша сторона. Мы сейчас будем резвые, чем мы зачем про политику. Вот выпьем еще. Выпьем шампусик, и начнется кухонная политика. Угу. Как плохо жить. Вот тогда было хорошо. Угу. За вас, дорогие подписчики. Я тебе говорю, ты не налегай так, Сережа. Да, это стандартная такая тема, знаешь, когда только контролирует своего мужика, сколько он выпьет, блин. Девочки, хорошие мои, не надо этого делать. Сопьется, пусть сопьется, нового найдешь. Пусть поваляются пьяные, обоссанные в этом, в углу. Нет, потому что обсуждать прошедшие... Да я не знаю! За год! Блин, а, точно, мы же можем за год. 2018 год, маленькая... Птичка прошел. Волоса в тарелке быть какие-то. Чем? Отравлением моим два раза, я говорю. Чем вспоминается тебе 2018 год, маленькая птичка? Расскажи. Вообще в жизни, в мире, в моей жизни. В жизни. Твои жизни. Переезды. Переезды? Да. Какие еще переезды? В Питер не переезжал. Квартиру ты купил. Что еще? Я похудела. А в других странах во всяких путешествия новые, да? Точно, я же взяла карту ПРО в Гонконге. В Гонконге ты карту ПРО взяла? Да, точно, очень много на самом деле. Вообще за этот год, за третий год было очень много всего крутого. Мы с тобой столько городов повидали. А мы еще два Нового года встретили. Сейчас встретим и на Бали встретили. Помнишь Новый год? Точно, а на Бали, помнишь, когда звезды... Лампочки, это как красота. Когда звезды были, да, когда свет везде обрубили, помнишь? Да. Блин, как красиво. Ой, красиво было. Вообще. Мы когда были на Бали, там у них Новый год. Новый год, он был, не помню, когда? День тишины называется. В марте или в феврале. И там у них день тишины, три дня празднуются, нельзя выходить из дома. Маркет, а еще день рождения тебя поздравляла. Помнишь, когда тебя танцевали тайки? Да. На Балийке.
Да, они танцевали. И получается, что... Дядя Сережа первый раз, вот в этом, получается, в этом году женщины танцевали танец. Много женщин. Для меня. Да, прям для него. Мне было, конечно, неудобно. И потом у них вот три дня празднуется этот праздник. И получается, что там в один день, на следующий день нельзя вообще из дома уходить, а во второй день там выключают свет после шести. И вообще такие звезды, просто такие звезды. Я не думал, что видно и Млечный Путь, и все. Я никогда не думал, что это можно увидеть. Я не понимал, как вот фотографии такие делают. Mm-hmm. А это реально их так много. Смотришь, потому что все, темнота полнейшая. Вы только представьте, на всем острове выключают весь свет. И вы только представьте. Целый остров отключили свет. Целый остров. То есть ты можешь себя там телефоном что-то подсвечивать и все. То есть как бы это все официально. Да, и это единственный аэропорт в мире, вроде, который не работает в этот праздник. Это очень круто, конечно. Да, вот они такие взяли да сделали, сами придумали, взяли да сделали. Это добавляет какой-то особенности. Угу. Кстати, по поводу особенностей. Напишите, что вам запомнилось в 2018 да. году, а мы почитаем. И у нас, друзья, будет конкурс. Мы разыгрываем кучу спортивных подарков. И все. Ну, не такую уж прям кучу, но нормально. Арман, не скупимся. В честь Нового года надо поздравлять тех. И у нас все элементарно, надо будет в истории нас отметить в Инстаграме. В описании да. все написано. Обязательно отмечайте нас в Инстаграме, в сторисах. Может быть, какие-то отрывки видео смешные. Там, да, там. Ставьте ссылочку на каналчик дяди Сережи. Да? Либо ссылочку на каналчик, либо нас. А нет, все равно что поймешь. Нет, там написано все. В описании все написано. Моя маленькая птичка. Вы когда видели, что дед Снегурку целовал, а? Добро пожаловать в наш мир. А Касимочки потом еще останутся на вещь. Добро пожаловать в 21 век. Ой, маленькая птичка. Чувствую, не входит челлендж. Чувствую, мне голову давит корона. Отними. Не буду. Нравится? Нравится. Неудобно только, когда ветер дует. Кто открыл окно, закройте. На днях тут дядя Сережа позвал меня в кино. По кино я не хожу. О, да. Вообще в кино не хожу, и только тогда, когда проспорю, хожу в кино. Но дядя Сережа — это единственный мужчина, с которым хорошо ходить даже в кино. Сходили. Мы сходили на фильм «Дом, который построил Джек». Предыстория. Нам его порекомендовали. Наш товарищ. Наш очень близкий товарищ. Наш очень близкий друг, сказал Серега. Саша Байков. Напишите, может, это фильм говно полное. Он посоветовал, он даже хотел сходить на него второй раз. С нами, представляете, это так мило, мне кажется. Вот. И мы сходили на этот фильм, и я вам скажу одно, друзья. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае, даже если вам заплатят немного денег, не идите на этот фильм. Это полнейшая бредятина. Короче, фильм вам, мы вам не рекомендуем. Не рекомендуем. А какой мы фильм порекомендуем? В прошлый раз мы рекомендовали фильм, точнее сериал «Домашний арест». Подождите, как это? «Чужая одежда, чужая жизнь». «Жизнь других». «Жизнь других». Вроде бы такая черта. «Жизнь других». Очень прикольный фильм, нам понравился. Классный, да. Классный фильм. Во времена послевоенные, Германия. Вам понравится. Там нужно думать. Разделение Германии очень круто. Маленькая птичка, я знаешь, что я тебе скажу? Что мы челлендж не выполним. Я уже не могу есть. Можешь. Сказал Гитлер в кокошнике. Давай-ка. Вкусно, ребят, картошку, к сожалению, мы не будем доедать, только по причине той, что она очень плохо, во-первых, она перемороженная, во-вторых, на ней земля реально пускаем. Вот. Но все остальное мы съедим, если вы нас засчитаете. Все остальное мы съедим, честь за заявление, маленькая птичка. Да. Нет. Ты мне не веришь опять? Ты мне опять не веришь? Нет. Хорошо, поспорим со мной. И что ты съешь? Я съем. Булки ты ешь это? Мясо ешь ты. Не хочу есть мясо. Я ем рулетики. Не хочу мясо есть. Тогда ешь рулетики. Давай домой.
Я могу съесть, мне кажется, только мясо. Только мясо? И все, больше я не смогу съесть. Хорошо, съешь только мясо. Только как два банана ты съешь, они такие огромные. Как? Молча! Ты что, разорь такие огромные бананы. Успокойся, нормальные бананы. Ох уж эта птичка. Хочешь? Конечно нет, у меня оставил сухих вот этих. Они уже три дня лежат. Круассанчики. Не три, а два. Сегодня второй. Умный какой. Купил профитроли, мол, такие мигульчики. Напихал вот этого сверху. Я говорю, зачем? Он говорит, чтобы смотрелось прикольно. Скотина, съел все вот эти, оставил мне эту хрень. Ладно. Это новогодний челлендж. Чтобы мечты все сбылись, надо доесть до конца. Вы когда видели снегурку, которая блюет? Смотри, птичка. Животик. Ты куда, маленькая птичка? О! Ну что, друзья, вот и прошел наш челлендж. Мы выиграли еду, за исключением этих невкусных картофелин, которые сухие, мы есть их не будем, потому что они, мне кажется, испорчены. И что хочу сказать. Пожелаю вам всего наилучшего в новом году. Будьте на волне. Пусть все в вашей жизни будет так же хорошо, как на наших челленджах. Также пишите комментарии, какой выполнить следующий. И пока. С вами была Дашенька, Егорочка и дядя Сережа. Пока! Пока! Фу! Най, да, на! О!